Здравствуйте, вы на канале «Давай поварим», и сегодня мы будем нарезать фрукты на новогодний стол. Кстати, у меня здесь елочка стоит, я вчера нарезал фрукты и засушил. И вот так вот получилось у меня. У меня тут киви, лимончики, апельсинчики, хурма. Нарежем ананасик. Режем пополам. Какой запах ананаса? Свежестью пахнет. Нарезаем грейпфрут красный. Нарезаем апельсин. Нарезаем апельсин. Нарезаем хурму. Нарезаем яблоко. Нарезаем мандарин. Киви. Нарезаем гранат. Лайфхак, как очистить гранат. Друзья, у меня талант от Бога, но понял сегодня одно. Нарезка – это не мое. Друзья, будьте здоровы, с наступающим вас, не болейте ничем. Преддверие Нового года. Сразу видно, пить не умеешь. За ваше здоровье. Представь, 1992 года. 28 лет оно у меня простояло. Вот это настолько. Друзья, если вам понравился такой способ нарезки, пишите комментарии, как вы любите нарезать свои фрукты. Главное, чтобы мы были здоровы.